хозяйка была удивлена и сначала даже не поверила в то, о чем ей рассказали друзья. Невероятные истории появления своего питомца поделилась на страницах форума о животных женщина по имени Салли. Она проживает в Техасе и давно мечтала завести собаку, но не решала взять маленького щеночка, потому что понимала, что он требует гораздо больше внимания к себе, чем взрослая собака с уже сформировавшимся характером. Именно по этой причине Салли решила взять собаку из приюта, где сотрудники уже могли ей рассказать многое о животном, плюсах и минусах в его поведении. Туда женщина отправилась выбирать себе нового друга. Среди сотни животных было сложно сделать выбор, и тогда она попросила работников подобрать ей покладистого питомца. Когда Салли подвели к вольеру пса по кличке Руди, она сразу поняла, что это миленькое маленькое существо точно станет ее другом. Внешне она не ожидала, что ее собака будет именно такой, но малыш казался беззащитным, он был практически без шерсти, поэтому женщине захотелось скорее его обнять и приласкать. В этот день на одного постояльца в приюте стало меньше. Руди сразу прекрасно адаптировался к новому месту и был рад доброй хозяйке, которая подарила ему дом и это было самым важным моментом для Сали, ведь она себе искала не просто питомца, а компаньона. Через несколько дней женщина пригласила в гости друзей, чтобы показать своего нового члена семьи, дворнягу по кличке Руди. Удивлению Салли не было предела, когда она узнала, что ее питомец вовсе не двор-терьер, а собака породы китайской хохлаты. Стоимость одного такого щенка у заводчиков доходит до 260 долларов, что составляет 20 тысяч рублей. Салли даже не предполагала, что станет счастливым обладателем представителя этой породы, и очень благодарила друзей за подсказку, поскольку теперь ей нужно было правильно подобрать питание и уход, чтобы пес чувствовал себя хорошо.